Остановить распространение коронавируса и не допустить новых локдаунов – такая задача сейчас стоит перед медиками по всей стране. В Самарской области вакцинацию проводят на предприятиях, в организациях, в учебных заведениях. С просьбой приехать на работу и сделать прививку всем сотрудникам к врачам обратилось руководство Счетной палаты региона. Для нас прошлый год тоже выдался не самым простым, и рабочий график пришлось подкорректировать. Достаточно много сотрудников болело. Кто-то в легкой форме, кто-то в тяжелой. Даже одного сотрудника мы потеряли в прошлом году. Поэтому в этом году мы для себя определили, практически единогласно было принято решение, что мы участвуем в вакцинации. Сегодня сотрудники Счетной палаты делают первый компонент вакцины. Через 3 недели также на работе они смогут привиться повторно. Бухгалтер Наталья Беляева делится. Коронавирусом тяжело переболела в мае. Заразила всех родных. Сама оказалась в стационаре и еле выздоровела. Поэтому сейчас настроена решительно. Я посоветовалась со своим лечащим врачом. Я сдала анализы. И несмотря на то, что в моей крови присутствуют антитела, мной абсолютно осознанно и взвешенно было принято решение о вакцинации. Я понимаю, что вакцина не гарантирует мне 100% защиту от повторного заражения, но я четко понимаю, что вакцина гарантирует мне жизнь. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Можно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги или по номеру 122, или в один из 3 круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 горбольницах. При себе необходимо иметь паспорт. Среди жителей города, которые вакцинировались вторым компонентом, в период с 1 по 25 июля разыграют ценные призы – телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другую технику. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги подведут 26 июля. Виктория Шара и события.